Всем привет! Сегодня у нас очередной патруль в CSGO, карта Inferno. Наш подозреваемый играет за сторону террористов. Это четвертый раунд. Что-то он тут подлагивает. А он вообще ни одного фрага не сделал. Но он жестко лагает. Ну, давайте будем смотреть. Минус подозреваемый. Вот так вот, изи. Так, проход, проход на банан. Такая модная, короче, флешка. Так, один контртеррорист у нас получается побежал в эту недостройку и оттуда сейчас будет чекать. Блин, ну он жестко лагает. Что ситуация 4 в 2, и сейчас нашего подозреваемого просто пристрелят. Вон уже парень целится в него. Агнец так целился, так целился. А нет, смотрите, 4 в 2. Как там синица? Синица у нас раунд затащила. Так все же, за что ему тут дали вообще? Вот, ну, тут даже нет никакого. О май гад. Отходит подозреваемый назад. Смог. Уже контртеррорист в окошко его, короче, настреливает, и он погибает. Просто непонятно, почему он лагает при... А, ну у него пинг сейчас 70. Первый раз, когда я смотрел, было 49. Так, ну что, опять ковры. Трое тут как бараны столпились. И кит... Синий кит сейчас их порешает, походу. Кит минус один. И кита тут завалили. Кита завалили вообще изи просто. С дробовика он его убрал. Так, заходит тиммейт нашего подозреваемого на точку. Ну, что-то решил убежать потом на шорт. Еще один подтягивается. И теперь они занимают точку вместе с бомбой. Вот, еле-еле, короче, что. Там ребята играют вообще. У нас, судя по игре, так понимаю, нам уже предоставляют сильвер катки. Я что-то думал, что уровень в патруле будет повыше. И какого-то непонятного черта. Три контртеррориста бегут с банана, хотя один из них был здесь, слышал, что они заходят на А. И ничего не сказал. Флешки эти... Ну вообще, что за непонятное происходит с этим подозреваемым? Я не знаю. Давай, 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 давай. Вообще так еле-еле раздупляется такое ощущение, что... Не понимаю, что он делает. Так. Куда-то вот по стенке, там вниз, там. Ну что, два контртеррориста принимают ковры. Один отошел, потому что один террорист уже походу длину занял.
прыгает на второй мидл и минус. Подозреваемый берет бота. Теперь мы посмотрим, как он тут с ботом справляется. Да. Так, тот тип, походу, перезашел. А нет, бота. Бот-попугай. Вот оно как. У нас бот по прозвищу Попугай. Ну, тут со скаутом я вообще не понимаю, что он будет делать, если еще можно было порандомить с какого-нибудь там автоматика маленького. Ну вот со скаутом стрелять, ну это слишком жестко. Кит. Минус киви. Флейта. Лосося, короче. Зафлейтила. Так, киви убила флейту. Такой страшный размен. Кит убил киви. Кит по коврам. Сейчас выйдет на нашего подозреваемого. Подозреваемый даже не чекает вообще, куда он там. Ну да, это... Да. Ему он даже не хотел убивать, но убил. Пришлось, походу, убить ему. И это два в коврах. Изи выходит синица, делает минус. Агнится. Это просто не раунд, а что попало вообще? Что это такое? Просто одни сплошные подрубы, беспалевные вообще. Я вообще с них ору. Просто. Он его резал, резал, застрелил. Еле вышли на точку и убили. Боже, ну это как кто? Это сильвер. Сильверы нулевые, типа такого, или боты против ботов? Тут жалко, видите, не отображаются боты. Подозреваемый АФК. Раздуплился паренек. Вообще, что-то непонятное. Вот он еле-еле что-то ходит. Тут уже все контры. Ну, у него нет чита, я не знаю, как бы, что тут ему можно предъявить. Мелкое нарушение, неподобающее поведение. Да нет, он вроде себя подобающе вел. Ну что, вот такой вот вердикт на сегодня. Я с вами прощаюсь. Ребята, играйте честно. Всем пока.